Мы по-простому сегодня немножко. У тебя, кстати, рок кривой. Это не кривой рок, это называется... Даша, придумай название. Какое? Ну, какое-нибудь красивое. Не знаю, давай ты. Я просто передаю привет зрителям из Кривого Рога таким образом. В общем... Да. И всем остальным городам. Во что сегодня играете? А у нас вот игра. Игры надо было сказать, ну. Она очень страшная, я вообще не хотела в нее играть, но Артур меня заставил, но я против. Я против, потому что я трусло то еще вообще невероятное. Но мы договорились, что если мне будет очень страшно, он возьмет управление на себя. Вот. А я думаю, что мне будет очень страшно через 15 минут, поэтому я надеюсь, что мне удастся просто посидеть и посмотреть прохождение. Ага. Я сейчас посмотрел, у меня кресло просто не помещается, чтобы я к клавиатуре добрался. Поэтому... Ничего, я пододвину все. Тут очень просто все делать. Вот так вот раз, смотри. Оп, и пожалуйста, я тебе геймпад могу дать. У меня ноутбук, я не могу. Ну, ноутбук я готова сама себе забрать на коленке. С днем рождения. Курьер какой-то. Сейчас. Че там? Там были дети. Дети? Да, они сказали гадость или сладость. И че? Я сказал, дети, у нас, говорю, дома нету сладостей. У нас есть... Они, кекс. Говорят, тогда гадость, показали языки, убежали. О, блин, у нас кексы есть. Кексы я сам съем. Боже мой, так неудобно. Блин, а у нас кроме кексов... Кстати, кексы отстойные. Мы купили кексы морковные в магазине, по-моему, Самокат. Знаете, это доставка Дашенька, такая. С ДНМ и рождения. Они просто ужасные, оставайся, потому что там очень много соды. Хорошо, что ты их не дал, кстати. Меньше, чем я подумал, эти было кексы... бы хуже. Я подумал еще, можно, ну, типа, я зашел на кухню, думаю, можно кексы им дать. Потом подумал, потравятся дети еще. Не, ну я съела, потому что уплочена парочку. У нас ничего сладкого дома нет. Вообще, представляешь? Подожди. Один алкоголь. Я даже шоколадку маме последнюю отдала. Ну вот, видишь. А сухарики пойдут? У меня сухарики. Сахар? Чел, ты там из Челябинска, что ли? Блин, очень неудобно. В Челябинске на Хэллоуин дают сахар, рафинад просто в руки насыпают. Денег дайте, сигарет купят. Это молодежь. У меня, кстати, сбор сломался. Я здесь совсем недолго, но уже прониклась таким прекрасным стримером. Не, ну а что, мы же не подготовились. Я не думала, мы первый год получили. А нет, подожди, первый год это был прошлый год. Прошлый год мы... не имели звонка дверного, они обломались, я думаю. А, да, точно, звонка тогда не было в прошлом году. Значит, это будем каждый знать. Каждый год обламываются, а потом повзрослеют и запомнят. Мне очень страшно. Я хочу уйти куда-нибудь. Я почему она не уйдет вообще из отеля? Это что, наручники? Она пытается друзей своих найти. Да нахрен ты. Я покакал, я тоже. Сидели вместе, за ладошки держались. О боже мой. Я ножницы, она камень. Всегда. Кто? Кто так двигается вообще? Никто так не передвигается. Никто. Никто. Знаешь, что эта игра считывает микрофон? Что? Сзади в опции посмотри. Ладно, я обманул. Ты замахивалась или мне показалось? Можно мне тоже водки? По-моему, это плачет ребенок. Кстати, пауза в игре не ставится. Что? Это ты то... Да блин, да, Артур! Она плачет, по-моему. Управление Нэнси Дрю? Нет, оно там попроще было. Здесь ужасно неудобно. Ну вот, ну на мой... Ёб твою мать! Ублюдские дети, призраки. Ты шутите? А как он так? А? А? Их двое, Даша! Трое! Я не могу назад уйти! Ну вот, видишь, это просто игра, бояться нечего. Все, не бойся. Их тут трое. Все, я выхожу? Ну да, давай, направо. Выхожу, иду направо, да? Да. Нет. Заходи обратно, похуй. Блять. Шкаф пошли, его в шкафу не найдет. Ну вот сидим там. Так. Если сейчас он еще пройдет два раза, то я не знаю, что думать. Чел, тебе тут намазано?
Пошли к девочке, короче. Сейчас это налево. Я не знаю. Это налево, мы... Вот наша игра сломана. Такого не должно быть. Как это вообще работает? Как я должна, блядь, вообще понять, куда, откуда он вообще? А как это работает, чат? А почему? У меня такой херни не было. А где третий? Третий, да, еще один остался, да. Так, справа двое. Так, справа трое. Где их больше, с какой стороны? И как мне выйти вообще, не понимаю. Так, ты... Туда. Даша, по-моему, оттуда звук и был. Я нахуй леваю. Я говорил. Говорил, не надо выходить. Иди, говорил. И чё? Не вперед, вперед, пока его нет. Ещё. А дальше? Еще. А дальше? Еще. А. Нет, 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 нет. Блять, ладно, похуй, куда угодно лезем. Уже куда угодно лезем. Лезем уже куда угодно. У меня сейчас кресло не сломал. Кресло сломал? Ну оно и было сломано. Как вообще это самое? Ну, то есть, смысл игры в том, что ты просто сидишь и ждешь, пока он с этажа уйдет? Ну, ты можешь его обойти. Ты можешь как? Позвать, допустим, его из ты комнаты. Ты зацепляешь вот это вот, и да, это очень больно. Я один раз зацепил. Ты три раза уже зацепил. Вот сейчас ты цепляешь? Аккуратно. Нет, вот это. Пружинку. Артур. Хорошо, в общем. Ты можешь его в комнате позвать. Он, ну, а потом забежать в соседнюю. Вот смотри, вот заходишь в ту комнату, зовешь его. Ты что, сумасшедший? Потом выбегаешь и забегаешь и смотришь в глазок. Когда он туда заходит, ты его закрываешь. Закрыть там. Его? И что, он выберется потом? По-моему, он тогда будет заперт. Насовсем? Возможно. Это дура тупая, как я ненавижу эту Майю тупор... Down here. Выходи. Зачем ты в глазок смотришь? Ты же его в этой комнате позвала. Так, подожди, он пойдет в ту? Ты из этой комнаты его позвала. Ты открыл дверь. Ты что от меня хочешь-то? Как я его закрою-то в той комнате? Смотри, ты открыла, поорала такая, типа, я здесь. И что, а дальше куда? Потом выбегаешь в соседнюю, из глазочка смотришь. Вот, а когда он тут заходит в комнату, ты такая... А как я узнаю, как он зайдет в эту комнату вообще? А ты в глазочек смотри. В какой? У меня, значит, там 104-я, 103-я. Я смотрю только на 103-ю. Я не вижу 102-ю. Так напротив тебя же. Так 102-ю, как я его закрою в 102-й, если я там сижу в 102-й? Так ты, я думала, в этой хочешь его закрыть. У меня нету 103-го ключа. Но сейчас ты позвала его в комнату, в которой сидишь сама. Так а твой план вообще в чем состоял? Мой план был из 102 его позвать. Он такой, и перебежать в 103, смотреть глазок. Когда он заходит в комнату, ты его снаружи закрываешь. Ты не так сказал. Ты сказал, выйди, там его позови. Ну все, чё. А нахуя, главное? В смысле, закрыть его? То есть ты... Я предположил, что это можно сделать. А, так это что, предположение просто? Я не помню, по-моему, я это делал. Ты чё, блин? Я думал, это 100% проверенная информация, тактика, которой ты уже неоднократно пользовался, а ты просто так вот, типа... Не, я это делал. В обучении говорили, это можно сделать, запереть его на 30 секунд. На 30 секунд? На 30 секунд? А теперь вот. А? Ты чё, дура? Нахуя, блядь, валим. Нет, я умру, я больше никогда не буду тебя слушать. Быстро, давай. Да я не могу, никогда не буду тебя слушать больше. В глазок смотрите. Смотрю. Мы тут... Вот эта дверь, по-моему... Это 109.
Нет, ты прошла. Это 108. А надо было 109. Да я хую знает, блядь. Давай сюда зайдем. А у тебя ключ есть? Да нет у меня ключа. А нам 108 или 109? Да 109! Она справа осталась. Как она может быть вот, справа? Вот, мы пробегали мимо нее. Нет, там было вообще без номера. Не-не-не, там была без номера, и следующая была 109. 107-я там была. Ты че, блин? Вот тут 109-я должна быть. Да 109-я там была. Так, давай тогда ты. А че я-то? А, нет, давай. Ну вот там 109-я, я тебе говорю. Там не 109-я, 109-я тут была. Вот тут была дверь как без она этого. Может быть там? Если потом там было 109-я. Там была 106-я, 108-я, 107-я были там, значит здесь... 109-я тут. 107-я была, пишут. Да и... Я права. Какая разница? Кто... Я про... Нет. Все, хана. Что? Блядь! А что это такое? Ой-ой-ой, 107-я! Как такое может быть? Изначально ты виновата, что зашла не в 109-ю, а в 108-ю. Да у меня паника была, я испугалась, конечно. Он далеко. Он далеко, он далеко. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Повернись туда. Куда надо, блядь. Туда. Нет, туда, туда. Да, прямо, 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 прямо. Это 108-я. Блядь. Это 109-я, 109-я, 109-я. Это не может быть 109-я. 109-я, я тебе говорю. У нас есть ключ от 109-й? Нет, нету. Обыскивай, обыскивай. Этот меч? Этот меч. Этот меч. Звони девочке. Сама дальше. Изи пройдено. Так, подожди, сейчас. Вот. Вот. Вот, все. Нормально. Ты че, я тебя испугалась больше? А че мы такую щель-то сделали? Ой, музыка, музыка плохая. Все, он нас спалил. Не-не-не, ты доведи меня до второго этажа, там дальше я буду играть. Да, дальше. Да, дальше я буду играть. Он так может? Нет. Ну, я технически вывел тебя, да? Ты наигранно испугался сейчас. Ты знал, что он тут будет. Ты кричал, чтобы я закричала. Да. Именно так я и сделал. Я в принципе всегда наигранно пугаюсь. Да похуй, куда? Первый! Просто пошли и сделали. Я выиграл. Ты молодец. Да, молодец. Я напоминаю, у меня в 3 раза громче, чем у всех у вас. Вот. Я сейчас обосрусь. Типа, обосрусь на день рождения Даши. Спасибо за... Костя, что ты с мышкой ходишь? Там, иди сюда. Поворачивайся назад, там это самое. Так и живем. Да. А вы говорите Хэллоуин. Доведи меня. А, да? Да. Даша, я не хочу. Пожалуйста. Сделай. Тест на мужика, давай. Давай. Ты в прошлый раз справился. Я как мужик посмотрел давай. В зеркало. Да. Ой, в окно. Ой, ну в зрачок. Ой, ну в глазок. Мужик. Ой. Баба. Тест на мужика, по-моему. Чуть-чуть провалил. Я все еще здесь и все еще живой, вообще-то, детка. Предлагаю собираться раз в неделю и проходить новую историю. Давай. На мой выходной меня даже не наломает. Чат, давайте так. Раз в неделю, чат. Мне понравилось, правда. Очень прикольно было. В общем, по-моему, у игры одна проблема. Всего одна. Одна? Она совершенно не страшная. Не страшная? В смысле? Нет, ну у него действия одинаковые довольно пока что были. Ну вот в глазок, когда он смотрит.
Хотелось бы... штуки было, да. Ну, прям... вот это проходники вот эти одинаковые, вот. Ну, а так, в принципе, мне очень понравилось. Реально, приходится тужиться, давить из себя эмоции, чтобы показать, что тебе якобы страшно. Да нет. На самом деле, игра довольно пресная. А, это сарказм, понятно. Мы пошли смотреть Дюну и что-нибудь кушать вкусно. Вот, все, всем пока. Не это, вот это, вот это, да. Пока. 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 Не подлизывайся.